Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас с вами видеообзор робота Zeron. Говорит и понимает по-русски. Вы представляете, даже понимает по-русски. И давайте же посмотрим, что же у нас там внутри. Какой он и как он работает. Мне очень интересно, я думаю, что вам тоже. Так. Они бывают двух расцветок, нежно-голубой и вот такой розовенький. Плюс 6, кстати. Но у меня сыну 3 годика, я думаю, он должен заинтересовать. У нас получается нежно-голубой цвет. Вот он, пожалуйста, сам лежит робот. А в комплекте батареек нету, хотя для них есть место, но их там нету. Также есть шнур, чтобы заряжать робот. Это, кстати, очень-очень классно. Очень классно то, что можно как телефон просто воткнуть сзади, и все. Не надо ничего раскручивать, там, как в танках, например. И нужны только батарейки формата АА, то есть пальчиковые, для джойстика. Джойстик на русском языке, где все-все-все описано, расписано. Вот, также что у нас там? Давайте посмотрим саму бумажечку, что у нас вообще там дается. Робот пришел нам из Москвы в подарок. Вот, а так он стоит в районе 3000 рублей. Ну да, здесь у нас в основном инструкция, разные какие-то способы, что-то там где-то что-то. Ну, короче, все это надо читать, все, кстати, на русском. Это классно. Ладно, потом посмотрю, почитаю. Если будет что-то интересное, я напишу, наверное, либо, скорее всего, в описании, если что-то там такое будет. Так, сам робот. Сам робот. Он, кстати, такой довольно увесистый. Здесь у него колесики. Кстати, очень плотный такой материал. Пальчики даже наверняка может что-то ими попытаться взять. Это будет очень интересно. Вот здесь вот экранчик. Немножко какой-то поцарапанный. Не знаю почему. Вот здесь лампочка. Здесь он включается. И вот тут, кстати, зарядка. Прям классно, удобно. Очень удобно. И джойстик. Джойстик на русском языке, все написано, все понятно. Единственное, конечно, нужно тут хорошее зрение. Но я так думаю, если часто играть постоянно, смотреть на эти маленькие буковки, то, наверное, зрение может быть и улучшится. Если вы не будете, конечно, с лупой сидеть. С лупой сидеть лучше не надо, у вас зрение ухудшится только. Здесь вот какая-то есть кнопка «Наука», «Танец», «Сказки», «Музыка». Песни, песенки, подожди, тут что? Тут песни, тут песенки. Так, громче, тише, да, звук убавляется. Так, тут у нас правая рука, левая рука, что ли, правая. А, правая рука вверх. Правая рука вниз, тут, значит, также левая. Заодно, кстати, ребенок может выучить, где правая, где левая рука. Да? То есть это интересно. У меня тоже плохое зрение, но вот я что-то там как-то с трудом читается. Не знаю, блин, ну прям мелко, действительно, очень мелко. Так, давайте же его попробуем включим. Мне кажется, вам всем сейчас на данный момент именно вот это интересно. Что, как... Но с другой стороны, кстати, в инструкции. А, ну в инструкции написано немножечко получше видно там. Ладно. Так, включаем его. Приятно познакомиться. Я твой новый друг. Вот, у него сразу загорелись глазки.
Так, можно чуть. Громкость на максимум. А, видишь, громче. Сделаем чуть-чуть потише. Чтобы мне не разбудить ребенка. Так, а, ходьба. Ходьба, вот. Он даже, видите, все говорит это. Иду направо, иду вперед. Все куда-то там. Ну, тут, в принципе, все можно запомнить. Быстрее и медленнее кнопка. А, но тут у меня, конечно, на столе сейчас солнце убежит. Так, давайте попробуем с вами наука. Вам было слышно все хорошо. Интересно, даже что-то рассказывает. Так, давайте нажмем танец. Танцы. Батюшки, батарейка села, что ли? Говорит, я устал, мне надо отдохнуть. Видимо, у него села батарейка. Приятно познакомиться, я твой новый друг. Ага, слава богу, включился. А тут, честно говоря, даже стало немножко страшновато. Почему он после танца так вдруг устал? Конечно, он еще, кстати, понимает у нас русскую речь. Не знаю, что он там, что это и как это. Нужно разбираться. Но, по крайней мере, вот он танцует. Сказки. Давайте послушаем сказку. Сказки. Про Машу. Маленькая Маша очень хотела стать большой, но не знала, как это сделать. Она пробовала ходить в маминых туфлях, надевала бусы старшей сестры и делала прическу, как у тети из журнала, но ничего не получалось. В зеркале была все та же маленькая Маша. Один раз Маша взяла и убрала все свои игрушки, да еще и одежду в шкафчик сложила. И так хорошо у нее получилось, что мама обрадовалась. Доченька, неужели ты у нас большая становишься? Тут у Маши появились очень умные мысли. Она пошла в коридор, взяла денег и подняла пол. Тогда папа сказал. Так, сейчас я нажала стоп, потому что сказка получится сейчас очень-очень длинная. Мы не будем столько времени с вами ждать. Нашла, смотрите, здесь есть посередине стоп. Программирование, что ли, можно, видимо, может быть, его запрограммировать на что-то. И демо. То есть, вот они есть, эти кнопочки. Видимо, здесь вот как раз и он понимает где-то русскую речь. Давайте попробуем, нажмем. Запуск программы.
И что дальше? Да, здесь все-таки нужно разбираться, по всей видимости, и читать. Так, нажмем с вами демо. Да, надо разбираться. Ладно, давайте еще, знаете, что с вами посмотрим? Где тут? А вот. Захват у него есть, видимо, захват левой руки, правой. Нет, надо как-то поднимать. Выполнение программы. Режим демо. Смотри внимательно. Скольжение вперед. Скольжение назад. По всему, по-видимому, он просто только ходит туда-сюда, двигается руками, двигает туда-сюда. Вот танцы, да, также наука, танцы, все, что я ему тут вот сказала. Я надеялась, то, что у него все-таки такие вот руки, как будто бы пальчики там двигаются. Я попытаюсь это найти и, наверное, вот в следующей части вам покажу. Посмотрим, что и как будет дальше. Ну, мне кажется, довольно интересная игрушка, и ребенку точно будет интересно. Ну, классный. Классный робот, мне понравился. Интересно с ним поиграть, подольше посидеть. Интересно. Мне так скучно. Буду танцевать. Смотрите, он станцевал, да, и отключился. Когда он слишком долго стоит включенный, ему становится скучно, он начинает танцевать. Да, кстати, у него также есть сзади такая вот кнопочка, его можно постоянно там не отключать, можно оставлять включенным. Можно оставлять его включенным и просто подходить сзади, кнопочку нажал ему на голову, он включился. Так, также у нас робот заряжается 2,5 часа. Время работы 1,5 часа. Уже немножечко поменьше. Вот, также здесь уже в инструкции я узнавала. Ну вот, в принципе, смотрите, в инструкции, то есть занимательная наука, вот она, сказки, 2 сказки всего лишь у него, музыка, 5 различных мелодий без слов, песни, 5 песен на английском языке и танцевальные режимы, 3 различных танцевальные мелодии, то есть вот так вот. Пытался я найти захват рук вот этих. Что-то про это ничего пока не написано, пока не сказано. И также у него имеется сзади кнопочка вот эта. Она считается как диктофон. Сейчас мы с вами попробуем ее проверить. На нее, наверное, можно что-то записать, я так думаю. Приятно познакомиться. Я твой новый друг. Так, нажимаем. Начало записи. Привет, Димулька. Так. Привет, Димулька.
вручаем его. Вот такой у нас с вами робот. Еще, конечно, разбираться в нем нужно. Все-таки робот — это такая необыкновенная игрушка, которую будешь узнавать и разбираться всегда, что-то очень новенькое, что-то интересненькое. Вот такой у нас был с вами обзор. Я надеюсь, что вам обзор мой очень понравился. Я старалась для вас. И в дальнейшем, как мы будем играть с этим роботом, как он вообще, какой он, в дальнейшем вы можете узнать во влогах наших. Для этого вам нужно подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И смотреть нас. У нас влоги выходят каждый день. Я надеюсь, что моему сыну этот робот очень понравится, что он будет с ним играть. И, конечно, робот интересный. Мне очень он понравился. Много интересного узнаем еще о нем. А также на нашем канале есть обзоры на технику, на продукты, обзоры на всякие шоколадки, вкусняшки, обзоры на продукты из магазинов Фикс Прайс, Победа, Светофора, из обычных магазинов. Обязательно посмотрите, там очень-очень их много. Обзоры на игрушки, обзоры на книжки детские, живопись, кулинария. Очень много всего разнообразного есть на моем канале. Обязательно подписывайтесь, мне будет очень приятно. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока! С вами был канал Артмания. Всем пока-пока! С вами был канал Артмания. Всем пока-пока!